Ну что, дамы и господа, турецкий чемпионат, матч Галатасарай-Хатайспор, лидер чемпионата против команды, которая может покинуть высший свет турецкого футбола, и, естественно, этот матч привлекает большое внимание. Во-первых, у Хатайспора тренер Волкан Демирел. Во-вторых, очень интересно, что же сможет противопоставить данный клуб против набравшего форму Галатасарая. Галатасарай имеет очень хороший состав, большую комплектацию, и вообще этот матч рассматривается как дерби бывших игроков сборной Турции. Ведь у Галатасарая главный тренер Окан Бурук. Демирел прекрасно понимает, что придется играть вторым номером. Да, у него есть квалифицированные игроки, тот же Эль Каби, тот же Лобжанидзе, но я боюсь, этого не хватит, чтобы нанести какой-то весомый урон для Галатасарая. Галатасарай будет владеть преимуществом весь матч, ни для кого это не секрет, и это читается. Они будут нагнетать, где-то придушивать, где-то рвать темп, подвергая Хатай таким вот колебаниям, с которыми он может и не справиться. В данном ракурсе, в данном разрезе я предложу такого рода вариант, как у главы Галатасарая 6,5. Больше. На этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки и всем хорошего настроения. Пока!